Привет, мои дорогие, с вами Татьяна, с вами мы пойдем сегодня в Виолетту. Джинсы в Виолетте по 1000 гривен, $37. Свитшопы 1300 гривен, $48. Килботы тоже 1000 гривен, $37. 2300, $85. 1400 гривен, $52. 1300, $48. Со скидкой же много товаров. 1000 гривен, $37. И такая 1000 гривен, $37. Тоже 1000 гривен, $37. Такой рукавчик с бусинками. Тоже $37, 1000 гривен. И вот тоже 1000 гривен, $37. Хорошие рубашечки, девочки. Если есть немножко лишнего веса, это не значит, что мы должны одеваться мрачно. Можно одеваться очень интересно. Вот брички однотонные вниз, и замечательно будет все. $3111. 1400 гривен, $52. Здесь такой рукав интересный. И низ, неровные края, сзади длиннее. Такой сарафанчик тоже, 3000 гривен, $111. Классно выглядит вот этот комбинезон, 3000 гривен, $111. 2000 гривен, $74. Красная блуза, рубашка, 2000 гривен, $74. Тоже 2000 гривен. Вот темные модели, 1400 гривен, $52. Вот такое же платье с запахом на пуговицах, 2000 гривен, $74. Джинсовая куртка, 2000 гривен, $74. Джинсы с вышивкой, 2300 гривен, $85. Джинсовое платье, 2300 гривен, $85. Девочки, вот я замечала, многие женщины носят вот такое платье, а вниз одевают джинсы. И тоже очень современно выглядит. Наш шарфик на шею, знаете, закручивают как-то интересно. И вы очень современная женщина. Комбинезон 3600, $133. Белая куртка 3000, $111. 1400 гривен, $52. 1400 гривен, $52. Вот эти вот джинсы неплохо смотрятся. Видите, как они здесь пошиты. И вот такие же. Это новая коллекция. До сих пор дается вот эта куртка-косуха. 4000 гривен, $148. Есть размер XXL. Есть такой же цене черные, также белые, заклепками разными. Эта куртка стоит 2000 гривен, $74. Она не кожаная. 1400 гривен, $52. Вот эти все блузы по 1000 гривен, $37. Это вот блузочка, хабешечка. Это вискоза. И вот это тоже вискоза. Вот это блузочка с таким зверем. 700 гривен, $25. Это лев? Наверное, лев. Вот такая блуза. Рубашка, я думаю. Тоже 1000 гривен, $37. Рубашка, это, наверное, когда покрой, как у мужской рубашки, да? У меня на канале есть очень умные девушки. Я думаю, мне напишут ответ. Вот такая блуза, тоже 1000 гривен. Блуза, это, наверное, чисто женское понятие. В общем, я путаюсь в этой терминологии. Примерно представляю, но в основном почему-то хочется сказать блуза. А надо говорить рубашка.
тоже 1000 гривен, 37 долларов. Написано рубашка. Видите? А выглядит она не как мужская, но элементы мужской рубашки присутствуют, конечно. 1000 гривен, вот джинсовые шорты есть. 1400 гривен, 52 доллара. Вот вместе вот с этой вещью эти джинсы, мне кажется, будут хорошо смотреться. Вот эти модели все по 700 гривен. 699, если быть точным. Это 25 долларов. Вот эта рубашка. Так и написано рубашка, видите, с вышивкой. По рукаву идет. Здесь такие пуговички. Хорошо смотрится она. Видите, это уже натуральная ткань. Есть еще темно-синие. Девочки, они очень легкие. Тоненькие-тоненькие. Приятные к телу. Вот это рубашка вискоза. Здесь журавли. Такой рисунок необычный. И это 700 гривен. Видите, здесь внизу рюша. Вот такой вот вверх. И это 700. И эти тоже. И это 700 гривен. И это тоже 700 гривен. Такие блузы по 500 гривен, 18 долларов. Лавандовый цвет. Вот такая вот веселенькая летняя. Рукава с воланами. Тоже 500 гривен. Такие футболочки тоже по 700 гривен. Длинным рукавом есть. 25 долларов. И вот такая вот с вышивкой. На рукаве тоже есть вышивка. И вот такая. И вот такая. Тоже 700 гривен. Такой вот рукав здесь. Это тоже по 700 гривен. Без рукавки. Тоже 700 гривен. 25 долларов. Куртка 1866 долларов. Есть еще вот такая с вышивкой. Длинная немножко. 2000 гривен, 74 доллара. 1000 гривен, 37 долларов. Вот такие вот пиджаки есть. Это 1866 долларов. Такой 1000 гривен, 37 долларов. Эти платья 700 гривен, 25 долларов. А вот эти 1000 гривен, 37 долларов. Вот, например, это платьица. Это платье из хлопка, 1000 гривен. И такое, 1000 гривен. И такое. И такое, 1000 гривен. Здесь такая вышивка, видите? И вот такой сарафан. Темно-синее, 800 гривен, 30 долларов. 1150, где-то 40 долларов приблизительно. 1866 долларов. Это комбинезон. Эти сарафаны тоже по 1000 гривен, 37 долларов. Вот такой с вышивкой. И вот такой. Пуговица здесь интересная. Хлопок и лен в составе. Хороший состав. И цвет такой, знаете, вот не ярко-желтый, немножко приглушенный, благородный. Присмотритесь, кому нравятся такие модели. И такое 1000 гривен. И это 1000 гривен. Необработанный край здесь. Видите, такое. Вот такой лук можно составить. Вот я вам показала комбинезон. Видите, как он может выглядеть на вас, если вы такое купите себе. Это уже новая коллекция. 1452 доллара.
Такая футболочка, вот такая 1000 гривен, 37 долларов. И эта футболочка 1400 гривен, 52 доллара. И такой здесь рукав с рюшиками, такое украшение. 1000 гривен, 37 долларов. И вот такие цвета, темно-синие, белые, есть еще рубашки. Новая коллекция джинс по 2000 гривен, 74 доллара. И вот такие есть еще темно-синие. На распродаже вот такие вот футболочки по 300 гривен, 11 долларов. Вот такая беленькая. Хорошек. Лавандовая с длинным рукавом. И такая рюша здесь идет. И такого яркого цвета тоже 300 гривен. И это 300 гривен. Видите, здесь такой рукавчик. Футболка с длинным рукавом. Ну, вот, друзья, я вам показала, какие у нас скидки есть в Виолетте, цены. Приходите, если кому-то что-то понравилось. 2000 гривен, 74 доллара. Подписывайтесь, вам не трудно, а мне приятно. С вами Татьяна. Пока-пока.